Всем привет! Если у вас где-то в гараже, там, на балконе, дома есть такой вот ненужный стульчик, не спешите его выбрасывать. Сейчас я вам покажу, как его легко превратить в очень удобный походный столик. Итак, для изготовления мне понадобится 4 вот таких вот фитинга. Такие фитинги применяют при креплении 20-й полипропиленовой трубы. 4 заклепочки. Ну и непосредственно сам материал на столешницу. Я буду использовать пластик. Также подойдет любой кусок фанеры, либо там текстолит. Ну, в общем, что у вас попадется под рукой. Столешницу я буду делать компактной. Размер будет со стульчик с небольшими допусками. Столешница вместе с этим стульчиком будет легко вмещаться в рюкзак. Делаю я это для зимней рыбалки. Буду использовать в палатке. Отмеряю и отрезаю заготовку. Вот такая вот заготовочка у меня получилась. Теперь нужно выровнять и скруглить края. Также снять фасочку, чтобы потом не пораниться. Это вот и будет столешница. Уголки скругляю для того, чтобы при транспортировке в рюкзаке ничего не порвало и не прорезало. После того, как скруглил углы, чуть-чуть надо снять фасочку, чтобы не пораниться самому и не повредить тот же самый рюкзак. Как вы видели, уголки я скруглял на гриндере, но этого делать не обязательно, просто мне так быстрее и удобнее. Столешница готова, осталось ее только зафиксировать. Размечаю место под будущее крепление. Буду мерить по внутреннему загибу, чтобы стульчик можно было ставить и так, и так. Подобрал сверло размером с заклепочку. Теперь нужно засверлить отверстие. Сперва это сделаю сверлом потоньше, затем уже расширю отверстие под нужный диаметр. Поменял сверло, теперь можно уже засверлить нужный размер. Дальше беру наковаленку, досточку, чтобы удобнее было клепать, молоток и начинаю расклепывать. Клепочки вот этими вот шишечками будут снаружи. Ставим фитинг. Клепаем. Это делать не обязательно, можно обычными саморезиками или болтиками закрепить. Теперь берем стульчик и примеряем. То есть так можно сделать с любым стульчиком, даже его не портив. Такая вот конструкция нехитрая получилась. Как вы могли убедиться, потратил я не больше, чем полчаса на всю работу. Как вы видите, все комфортно и удобно. Высота отличная. То есть вообще я этот столик делал для зимней палатки, но его также можно использовать в пешем походе, когда вы без транспорта куда-то двигаетесь, он четко влезет в рюкзак. Наверное, сошью еще какой-нибудь чехольчик. Всем, кто досмотрел видео до конца, спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на мой канал. И до новых видео. Всем пока.